тебя есть проблемы, если ты их не решаешь, тогда за тебя кто-то их будет решать. И когда он решит эти проблемы, власть над тобой будет в его руках. И он станет сильнее, увереннее, крепче. Ты отдашь ему силу свою, представляешь? Так что, если у тебя есть свои проблемы, успевай их решать. Делай это. С тобой, мистер Тонус, учись вместе со мной правильно воспринимать окружающую жизнь.